Миста Лайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Всех приветствую. К сожалению, не могу сказать добрый день, потому что у нас очень тяжелая ситуация. Началась военная операция стороны Азербайджана, полномасштабная военная операция против 120 тысяч жителей и 30 тысяч детей, беременных женщин, стариков. Слушайте, это вот происходит стрельба, и я хочу сказать всем, что просто безнаказанность руководства Азербайджана поражает, что они могут себе позволить в день заседания ООН начать вот так просто уничтожение людей, до этого заблокировав 10 месяцев. Это возможно только потому, что они чувствуют свою безнаказанность. Я призываю весь мир вести санкции против Азербайджана, Армению призываю признать независимость Арцаха и право на самоопределение и стать рядом с нами.